то мнение, которое сейчас формируется о том, что он, вот, существует один виноватый, и его, значит, надо каким-то образом наказать, оно неправильное. Вот. Мы примем любое и поддержим любое законное решение о том, что кто-то был, значит, виноват в этой ситуации, но это должно быть решение следственных органов, а не чьё-то мнение. Сейчас идет следствие, нам тяжело коллективу, ПЕТ, и без руководителя становится еще тяжелее. Поэтому обращаемся ко всем, к общественным силам. Помогите. Мы считаем, что Елена Витальевна должна, по крайней мере, на время следствия остаться на своем месте.